Наша авиакомпания, наша телекомпания, простите, продолжает следить за развитием событий. Время региональных новостей. На очереди «Вести Екатеринбург» и моя коллега Анна Антонова. Сергей Владимирович, здравствуйте. Да, и вот известно, так, что... Опять пропали. Вы меня теперь слышите? Опять появились. Да, здравствуйте. По всей видимости, это просто звук запаздывает, вы будете меня слышать. Итак, известно, что государство планирует подписать договор о мирном использовании ядерной энергии. Вот что в него входит и каковы основные направления сотрудничества России и США? Хорошо, договорились. Сергей Владимирович, вы нас слышите все-таки в итоге или нет? Мы пытаемся установить связь со Стрельной. Да, отлично слышу. Хорошо, я повторю вопрос. По всей видимости, как раз вопрос вы не услышали. Итак, я вас спросила про договор, который планируют подписать Россия и США. Это договор о мирном использовании ядерной энергии. Что в него входит и на что рассчитывают страны? Хорошо, сейчас. Значит, Брилев просит сдвинуть камеру, потому что говорит за моим правым плечом. Хорошо, мы вернемся после того, как уладим все технические проблемы с нашей студией на Стрельной. Другой город, расположенный по соседству с Москвой, уже создал прецедент для российской избирательной системы. Подмосковный Климовск остался без представительной власти. Итоги прошлогодних выборов местный горсовет признан недействительным. Через некоторое время информационное вещание на нашем канале продолжит региональные новости. В Екатеринбурге их представит наш коллега Мстислав Захаров. Мстислав, здравствуйте. Что у вас сегодня интересно? Здравствуйте, коллеги. Сегодня в выпуске «Вестей Урал». Жители села Камышево остались без воды. Гроза вывела из строя насос на водонапорной башне. Чтобы обеспечить людей водой, десятки многоэтажных домов объезжает пожарная машина. И огурцы, выращенные по уникальной технологии. Каждое растение находится в отдельном мешочке с грунтом, а состав питательных смесей для подкормки контролирует компьютер. Об этих и других событиях «Вести Урал» расскажут в ближайшем выпуске. Спасибо, Мстислав. Мстислав Захаров, «Вести Урал», простите. Ну и мы на этом с вами прощаемся до завтра. С вами были Татьяна Александровна. И Михаил Антонов. Всего доброго. До встречи. Да. Сергей, слышите ли вы нас? Совсем недавно из чеченского плена были освобождены два милиционера. Впереди еще новости спорта и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Простите, до свидания. Несколько минут назад стало известно, что главе холдинга «Медиамост» Владимиру Гусинскому предъявлено официальное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. При этом мера пресечения остается той же. Гусинский и дальше будет находиться в утырской семье, тюрьме. Об этом журналистам сообщил его адвокат Генри Резник. Вещи, оставшиеся после отъезда царской семьи из Тобольска, почти 2000 пудов, судя по инвентарным записям, были раскрыты. Мальчик! Мальчик, иди в жопу отсюда! До ближайшей весны утки в новых домиках не появятся. Дело в том, что они не селятся на новой древесине. Для того, чтобы здесь появились птицы, дерево должно состариться и принять цвет окружающей среды. Ну, а потом картина будет выглядеть примерно так. Именно через это входное окошко утки будут отпугивать ворон, посягающих на утиную кладку. Алексей Самолетов, Всеволод Савичев, «Вести Москва». Пост премьер-министра Украины займет человек, который удовлетворит пожелания всех политических сил. А им может стать Юрий Яхануров, но никак не Виктор Янукович, которого предложила антикризисная коалиция и положила на стол президенту Виктору Ющенко, чтобы он уже выдвинул эту кандидатуру в Верховную Раду Украины для голосования. Мне остается добавить, что... Мне остается добавить, что в ближайшие выходные в Ростове должны были быть празднества по случаю Дня города, но городские власти Мне остается добавить, что в ближайшие выходные в Ростове должны были праздновать День города. Новая информация в утренних выпусках программы «Вести Москва» на канале «Россия». В студии была Анастасия Мельникова. До свидания.